Отопительный сезон, перерасчет квитанций ЖКХ, а также ремонт дворов и дворовых территорий. Все эти актуальные темы сегодня в эфире программы «Актуальное интервью». Наш собеседник Максим Ладилов, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, член постоянной комиссии Горсобрания по городскому хозяйству. Максим Эдуардович, здравствуйте. В этом году зима подкралась, как обычно, неожиданно. Резкое похолодание наступило уже в октябре. Что насчет отопления? Вовремя ли было подано тепло в городе? Отопительный сезон в этом году начался по плану. Городские службы, муниципальные организации, управляющие компании, энергоснабжающие организации подошли очень серьезно к вопросу подготовки к отопительному сезону. И с 29 сентября по плану начался пуск тепла. Ну, во-первых, конечно, тепло было подано в объекты социальной инфраструктуры, школы, дошкольные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения. И до 4 октября все объекты социальной инфраструктуры были уже подключены к системе теплоснабжения. В жилом фонде эта работа продолжалась до 6 октября. И все 1792 дома также были своевременно подключены к теплу. Ну, конечно, не обошлось без каких-то небольших проблем. Эти проблемы возникали в основном после подключения уже дома к теплу. И касались проблем внутридомовых тепловых сетей. Были ли какие-либо жалобы со стороны жителей республики на подачу тепла? И вообще, каков дальше алгоритм действий? Жители обращались и в единую диспетчерскую службу города, и в управляющие компании, и к нам, как к депутатам, в частности, у меня в округе были обращения по проблемам с подачей тепла. Но эти проблемы решались оперативно во взаимодействии с управляющими компаниями. Они касались не всего дома в целом, а отдельных стояков, отдельных квартир. От отопительного сезона перейдем к одному из самых актуальных вопросов на сегодня – перерасчет квитанций за ЖКХ. Каждый человек должен знать, сколько и кому платить. Но, к сожалению, некоторым людям пока сложно разобраться в этой ситуации. Например, в октябре этого года жители получили на руки квитанции за сентябрь, а там серьезный перерасчет. Ссылаются на постановление Кабмина этого года. Нам звонят в редакцию и говорят, что не будут платить. Объяснили людям ситуацию? Да, действительно, в этом году изменилась система расчета за коммунальные услуги. 26 июня этого года вышло постановление Кабинета министров Чувашской Республики, которое утвердило новые нормативы потребления и как раз внесло изменения в систему оплаты коммунальных услуг. Как было до 1 августа текущего года? Жители рассчитывались за тепло равными долями по каждому месяцу. То есть основой и базой для расчета брался прошлый год. Потребление тепла за прошлый год делилось на 12 месяцев, и равными долями управляющие компании выставляли эту сумму за каждый месяц. Сейчас же, с 1 августа, произошли изменения, и оплата производится за фактически потребленное тепло за каждый месяц. То есть в летние месяцы оплата за тепло не будет производиться и не будет начисляться. Но начиная с октября месяца, с отопительного сезона, оплата будет производиться полностью по показаниям приборов, общедомовых приборов учета тепла. Что касается перерасчета. Перерасчет ранее производился также каждый год, по итогам года. Значит, если расчетная цифра потребления тепла в этом году не совпала с фактической по показаниям общедомовых приборов учета, то управляющие компании в январе каждого года производили корректировку по фактическому потреблению. Эта корректировка могла быть как до начисления, так и возврат собственникам жилья переплаченных сумм. Если была не очень холодная зима или были произведены эффективные мероприятия по энергосбережению в доме, утеплению и так далее. А перерасчет в этом году
произвели по состоянию на 1 августа. То есть до 1 августа управляющие компании взимали плату и производили расчет потребления тепла равными долями. Теплоснабжающие организации выставили счета управляющим компаниям за отопительный сезон, то есть январь, февраль, март месяц этого года и апрель месяц этого года. Управляющие компании произвели расчет, и если за эти 7 месяцев собственники жилья равными долями, которые платили все эти 7 месяцев за тепло, не доплатили, то они доначислили соответствующую сумму фактического потребления по дому. Если собственники переплатили, то управляющие компании произвели расчет в обратную сторону и возвратили собственникам их деньги. С другой стороны, если не оплачивать квитанцию вовремя, то могут начислить пени. Как добиться перерасчета неправильной квитанции и вообще куда обратиться, чтобы перерасчет был произведен? Ну, поскольку расчеты услуг, коммунальных услуг производит управляющая компания, то и обращаться жителям, естественно, надо в свою управляющую компанию. Управляющая компания, согласно закону, обязана полностью предоставить гражданам детальный расчет всего потребления коммунальных услуг. Если житель не согласен с этим расчетом, он вправе потребовать перерасчет. Если управляющая компания настойчиво не желает этого делать и не соглашается с доводами жильцов, то, естественно, есть право обратиться в надзорные органы, в госжилинспекцию, в отдел муниципального жилищного контроля, городской администрации нашего города. Ну, в крайнем случае, обратиться в прокуратуру. Как обстоят дела с капитальным ремонтом многоквартирных домов? Ведь в ближайшее время ожидаются изменения в системе оплаты за капремонт. Как вообще можете это прокомментировать? В 2013 году еще был принят закон Чувашской Республики, соответствующий, по которому установлены определенные сроки выбора способа накопления средств на капитальный ремонт. И летом этого года все жильцы многоквартирных домов должны были выбрать способ накопления этих средств. Здесь есть варианты. Можно накапливать средства на капитальный ремонт своего дома на отдельном счете для своего конкретного дома, а можно накапливать эти средства на общем счете регионального оператора. Установлены нормативы на 1 квадратный метр оплаты за отчисление за капитальный ремонт. В 2014 году это 5 рублей 20 копеек. В 2015 году это будет 5 рублей 50 копеек и, соответственно, в 2016 году 5 рублей 80 копеек с 1 квадратного метра. В программу капитального ремонта на 30 лет в городе Чебоксары включено 1909 домов. Из этого количества только 516 домов провели соответствующие собрания, собрали кворум жильцов и самостоятельно выбрали способ накопления своих средств на капитальный ремонт. По оставшимся домам, почти 1400 домов, муниципалитет и городская администрация приняли решение за собственников этих домов, согласно закону. То есть я правильно понимаю, вот за те оставшиеся дома горадминистрация уже приняла решение, и они не могут его отменить, даже если захотят? Нет, уже не могут. И здесь действительно важна активность и вовлеченность самих жителей в этот процесс. Угу. Да?
Неоднократно в отделы ЖКХ обращаются неравнодушные горожане с просьбой принять меры в отношении недобросовестных автовладельцев, которые паркуют свои машины на тротуарах, на площадках, на детских территориях и так далее, то есть в неотведенных для этого местах. Я знаю, что сейчас в программе о благоустройстве дворов предусмотрено увеличение парковочных мест. Как вообще обстоят дела с реализацией этой программы? Да, действительно, в городе Чебоксары уже с 2011 года у нас действует программа по благоустройству дворов. Актуальность этой проблемы, я думаю, не нужно доказывать. Действительно, в то время, когда проектировался город, не было учтено такое динамичное развитие событий, такой динамичный рост количества автомобилей у жителей города. И, естественно, дома и дворы, обустроенные в 60-х, 70-х годах, не приспособлены к такому количеству автомобилей. Эта проблема стоит уже давно, очень актуальной. Ну, в связи с этим и была подготовлена, разработана данная программа. И она активно работает, начиная с 2011 года. Помимо устройства парковок, в этой программе предусмотрено ремонт дворовых территорий, ремонт тротуаров, расширение проездов, установка малых архитектурных форм. Также предусмотрено ремонт дорог. То есть мы стараемся подходить к ремонту дворов комплексно. В этом году фасады некоторых домов на центральных улицах города были приведены в порядок. Отремонтированы в едином стиле и балконы этих домов. Продолжится ли программа в следующем году? Да, вы совершенно правы. Центральные улицы, такие как проспект Ленина и улица Гагарина, по ним проводилась и проводится работа по обновлению и ремонту фасадов, по ремонту балконов. Ну, как я уже сказал, жилой фонд в центре города, он имеет очень солидный возраст. Да. И особенно в преддверии такого грандиозного события, как 550-летие города Чебоксары, которое мы будем с вами вместе отмечать в 2019 году, в том числе и вот к этому событию мы проводим эту работу. Львиная доля обращений к депутатам традиционно посвящена проблемным вопросам в отрасли ЖКХ. Какие возможности есть вообще у граждан и у депутатского корпуса по контролю за эффективностью и качеством работы управляющих компаний? Это тоже очень насущный и очень серьезный вопрос. Действительно, основная масса обращений от жителей касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Качество обслуживания их жилого фонда, качество предоставления коммунальных услуг. Управление жилым фондом сейчас происходит в основном частными компаниями. И законодательство не позволяет напрямую чиновникам из администрации или депутатам влиять на деятельность этих компаний. На данный момент законодательством предусмотрено проведение лицензирования управляющих компаний. С 1 сентября этого года начался процесс лицензирования управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства. До 1 мая этот процесс должен быть завершен, и все управляющие компании должны пройти эту процедуру. Управляющая компания, которая не получит лицензию, не сможет осуществлять свою деятельность в сфере управления жилым фондом. После 1 мая 2015 года у жителей появится все-таки, я надеюсь, реальный инструмент воздействия на недобросовестные управляющие компании. Поскольку будет действовать лицензия на этот вид деятельности, то жильцы при подаче жалоб в госжилинспекцию могут настойчиво добиться и довести дела по нарушениям в сфере ЖКХ до административных
наказания административных протоколов. И если суд вынесет решение привлечь к административной ответственности управляющую компанию, таких протоколов будет два, то компания лишится лицензии на управление данным домом. А также руководитель данной компании будет дисквалифицирован на 3 года и не сможет руководить управляющим компанией в течение этого срока. Поэтому вот здесь появляется действительно реальный инструмент воздействия на управляющую компанию, и жильцы действительно смогут повлиять на ее работу и на качество предоставляемых услуг. Спасибо вам за беседу. А я напоминаю, в гостях программы «Актуальное интервью» был Максим Ладилов, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов, член постоянной комиссии Горсобрания по городскому хозяйству. До свидания.